На ток-шоу «ОРДО» обсуждаются социально-политические темы. Площадка дает возможность высказать свою точку зрения всем сторонам вне зависимости от политических убеждений. Сейчас самым обсуждаемым вопросом в обществе стали выборы депутатов парламента. Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде сиздер ОРДО программасын көрүп жатасыздар. Мен 4 жыл элдердин ден соолугу үчүн басым көтөргөм. Ошол себептен мен 20 000 добуш алып отурам. Биз дагы элге кызмат кылганбыз. Кайсы добуш алдыңыз? Мен 39 000. Сиз 39 000 добуш алдыңыз. Эме, кыркып таштады. Сабырдуу, сабырлан. Так как вопросов и у кандидатов, и у электората сложилось много, было предложено всем сторонам обсудить сложившуюся ситуацию в рамках ток-шоу ОРДО. Кандидаты в депутаты, члены Центральной избирательной комиссии, секретарь Совбеза и руководитель Республиканского штаба по проведению выборов смогли обсудить сложившуюся ситуацию с подсчетом голосов. Административные ресурсы использовался и средства перевозились в мешках. Так называемая правящая партия была поймана с поличным. Мы знаем, как получили голоса избирателей некоторые кандидаты. Я человек известный своей работой. Я никогда не получил бы 20 тысяч голосов, если бы не был так известен. Я выполнял свою работу честно и достойно, поэтому и вызываю доверие у народа. И административный ресурс здесь ни при чем. На площадке ОРДО каждый смог высказать свое мнение. Официальные данные также были озвучены. Мы провели работу во всех регионах, чтобы ни один работник бюджетной сферы, ни один админресурс не был использован в агитации. Вы знаете, кто попирал законы, были либо уволены, либо сейчас ведется досудебное производство. Народ не доверяет выборам, потому наша задача была провести их честно, чтобы люди смогли действительно убедиться, что голосование проводилось открыто и прозрачно. Мы реагировали на каждое заявление о нарушении и в ходе агиткампании, и в день выборов. Ранее КТРК также предоставляла эфирное время всем кандидатам в депутаты в рамках теледебатов. Именно тогда они могли на всю страну озвучить свою программу, рассказать о платформах. КТРК всегда готова предоставить свою площадку для высказывания самых различных мнений. Острые вопросы всегда волнуют общественность, и ответы на них порой можно получить именно в прямом эфире. Надежда Усова, Тимур Садыгалиев, АЛАТО 24.